Виджито рисико ваю вирадханта муно стурагам жайя жатанти антумати лолому паю кида вясана сатамрто самабхаю гурош чаранам банье иваю сантакита корно дхара жалудхау. Гаудия Гоштхипати, Си Сила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Чакупа Пупа told, those bonded souls, they always try to find such an opportunity so that they can keep themselves away from Hari Bhajan Hari Katha. Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Таку. Прабхупад сказал, что обусловленные души не всегда хотят найти возможность увернуться от Харикатхи и Харибаджана. Большинство людей, те, кто совершают оскорбления, я про них говорю, обычные люди, которые получают милость намы, дхамы, Махарадж говорит про двух типов, двух видов людей. Одни получают милость, а другие пытаются избежать. Если какая-то, если возникает какая-то возможность слушания Харикатхи или служения или еще чего-нибудь, они пытаются как-то избежать этого. И вот эта шлока, с которой я начал, она очень важна. Это называется Веда Стути. Вы можете помнить, когда начинается Чатурмасия, то этот день называется Шаяна Экадаша, и в этот день Кширада Кашая Вишну он хочет отдохнуть. Это такая лила. Но отдых Вишну, он не подобен такой тамагуне, которая наблюдается у обычных людей. И вот с этого дня мы начинаем соблюдать Чатурмасию, и в этот день обязанность всех преданных воспевать славу Верховного Господа все время. И когда Шриман Махапрабху он отправился в Южную Индию, то можно вспомнить, когда он встретился с Венкатой Батой, Тируман Батой, то в то время Махапрабху, и вот когда только начиналась Чатурмасия Врата, то Махапрабху он решил оставаться в этом месте 4 месяца, поскольку это наша золотая возможность воспевать славу Верховного Господа для Его удовлетворения. Харикиртан мы можем соблюдать в любое время, непрерывно совершать Харикиртан. И Харикатху мы можем всегда, но это Чатурмасия Врата, это особое время, и в это время мы можем помнить в прославлении Шримад Бхагаватам из Падма Пураны, там можно найти такие слова. И также в Бхагаватам Нарада, и вот там описывается, что когда Нарада еще был ребенком, то какие-то саду пришли в его деревню. Я говорю о Садан-Сидха Нараде. И вот я рассказываю про историю прошлого Нарады Махараджа. И вот Нарада сказал, что эти саду, они решили остаться в этой деревне на время Чатурмасии. И вот
И вот Нарада, у него была возможность присутствовать в это время, и эти святые, они совершали санкиртану, непрерывную санкиртану, и у Нарады Нарада получил возможность находиться в их обществе и совершать саду-сангу. Но в Чайтанья Чаритамрите мы уже слышали по эту шлоку, что даже мгновение саду-санги, его достаточно для обретения всех совершенств. Лава значит одна секунда, разделенная на 11, и это во времени более чем достаточно, чтобы дать нам ускорение для того, чтобы мы достигли Голоки. И вот Бхактивинода Тхакур и Шрила Прабхупада не дают комментарии насчет этой шлоки. Сарвасиддхи значит, что мы можем даже обрести Кришна Прему, которая очень редка. И вот саду-сангана очень важна. И вот суть в том, что Нарада получил возможность совершать саду-сангу, и после этого вы уже слышали, что дальше случилось с Нарадой. Его мать умерла от укуса змеи, и этот Нарада, он должен, по идее, был горевать от того, что его мать умерла, но он подумал, что сейчас я освободился от всех обязанностей, моя мать так любила меня, и это была окова для меня, это была привязанность, и, но сейчас моя мать умерла, и у меня нет никого, кто бы держал меня в материальном мире. И вот этот мальчик, когда он получил саду-сангу, он был настолько вдохновлен, что в этой жизни я, несомненно, должен обрести Верховного Господа. И также у него была возможность принять остатки пищи от этих саду. И вот говорится, что однажды эти саду, они сказали принять вот остатки их пищи, и что случилось после этого. И вот когда... И вот в один из дней ему выпала возможность принять остатки их пищи, и все его и сердце его полностью очистилось. И также я говорил, что на день ухода Рамануджачари я говорил о том, что Ядавачарья, он был этим учителем Лакшмандеши Рамануджачари, и в то время тот учитель Веданты Ядавачарья. И вот Ядавачарья был змеей в прежней жизни. И откуда мы это знаем, это сказал кто-то, какое-то привидение. Вот какое-то привидение сказало, что ты был змеей в прошлой жизни, и как-то тебе выпала возможность принять остатки пищи вайшнавов, и ты смог стать человеком. И вот эти 4 месяца читамасяна очень важна. И
во время Читармаси Шри Чайтанья Махапрабху воспевал славу Верховного Господа в храме Ранганатха. И вот и этой лилой Махапрабху хотел дать нам такой урок, что во время Читармаси мы должны совершать санкиртану для удовлетворения Верховного Господа. И в то время Господь, Он не спит, Он находится в йога-нидре. Наш сон, он чем-то похож на тамагуну, но я видел, как Гуру Махарадж спит или какие-то великие вайшнавы. Они, может, внешне выглядят, как спит, но спят, но если внимательно приглядеться, то это не так. И вот когда я служил моему Гуру Махараджу, я видел, что он вроде бы внешне спит, но его язык непрерывно повторяет святые имена. Его язык всегда танцевал ночью, он повторял харинам. И эта читармасина очень важна. Я уже говорил о ее славе и скажу еще. И вот та шлока, с которой я начал, это шлока из Веда-стути, когда Верховный Господь спит во время Шаяна Экадыша, то все веды, олицетворенные веды и упанишады, они являются Верховному Господу и прославляют Его, возносят Ему свои молитвы. И вот в этой главе мы находим эту шлоку, она очень важна. Vijito Rishiko Vayu Viradanta Manasturagam. Your mind is compared with a mad horse. Our mind is compared with mad horse. Наш ум сравнивается с сумасшедшей лошадью. Сумасшедшая лошадь никогда не может быть обузданной кем-то. Но если вы хотите контролировать свои органы чувств и ум, это практически невозможно. И вот в начале всего мы должны принять прибежище у Гуру Вайшнавов и слушать их трансцендентную харикатху. И это главный ключ, чтобы решить эту проблему. Those who are Jaiya Yatanti Yantumati Lolama Paya Kida in that is this loka, those who are trying for vanity to get control of mind and sense, they become failure 100%. А, мы сами собственными усилиями не можем выбраться из оков Майи, а наши усилия обречены на провал. И поэтому говорится, что мы должны принять прибежище у Шуда, чистых гуру и вайшнавов, тех, у кого есть прямое осознание того трансцендентного мира. И то, что они говорят, это не какая-то сухая философия. Они говорят то, что они осознали. Много раз я говорил то, что чистый саду не может осознать, если у него нет осознания этого, он не говорит об этом, то вы не имеете права говорить о том, что вы не осознали. Гурох чаранам значит, что мы должны принять прибежище у чистых гуру вайшнавов. Есть ватма, первые первый гуру в нашей жизни – это Вартма, Вартма Прадарша Гуру, гуру, указывающий путь. То есть, можно сказать, первый человек, который познакомил нас с ведической культурой, с ведами, и после этого мы должны пытаться обрести садгуру в нашей жизни. Мы должны принять прибежище у чистого садгуру, поскольку после того, как мы получили милость Вартма Прадарша Гуру, это естественно, что наше сердце станет очень
ждущим принять милости Садхгуру. Если вы не чувствуете такого желания, то ваша сатсанга она не настоящая. Рупа Госвами Пад говорит, что сатсанга, например, 10 лет вы ходите в Гауди Мадхаду, но все же за эти 10 лет вы не чувствуете никакой необходимости принять прибежище чистого вайшнава, тогда ваша сатсанга несовершенна. Сатсанга значит, в вашем сердце возникнет потребность в принятии прибежища у чистого вайшнава, где же его найти, как обрести. И такой вопрос, если не является в вашем сердце, то будьте уверены, что ваша сатсанга не настоящая сатсанга. Сатсанга значит, сразу вы почувствуете, что вы должны принять прибежище у Садхгуру, и вы будете искать его. Это очень важно. И сейчас это обязанность Баладева Нитянанды вести нас должным образом, и если мы искренне, нет никакого лицемерия в нашем сердце, то тогда Баладев автоматически он будет вести нас, чтобы мы обрели Садхгуру. Не каждый может обрести Садхгуру, не обижайтесь. Каждый не может обрести Садхгуру. Садхгуру – это нечто редкое. И по нашей великой удаче, если у нас достаточно сукрити, как говорится в этой шлоке, когда душа она путешествует по этим 14 мирам, рождается, умирает, иногда становится царем, иногда попрошайкой, иногда рыбой или собакой, либо тигром, или змеей, или еще кем-то. И вот так, рождаясь в разных телах и путешествуя по всем 14 мирам, но Шанкарачарья, он в своей поэме сказал эти слова. И снова мы можем оставить свое тело, родиться в другом теле. И если мы достаточно разумны, мы должны прекратить эти непрекращающиеся рождения и смерти, и перерождения. А как это возможно? Вот по милости Гуру и Вайшнавов, и когда вы обрели Садхгуру, если вы приняли прибежище у него и предались полностью ему, то тогда дикша, процедура дикши, она может быть совершена. А если вы не предались полностью своему Гурудеву, то та дикша, которую вы получаете, она не совершена. Во время дикши, например, если у вас нет стопроцентного самопредания, то в то время та дикша, которую вы получаете, это несовершенная дикша. Если вы полностью предались лотосным стопам Садхгуру Вайшнаву во время дикши, то эта дикша она сможет стать законченной, совершенной. Дикша – это постепенная процедура. Это не значит, что 5 минут вы послушали мантру от Гурудева, и ваша дикша она закончена. Нет. И вот суть в том, что если вы получили посвящение, то тогда вы сможете почувствовать привлечение, влечение к настоящей харикатхе, настоящему харикиртану. Настоящая харикатха значит, что та харикатха, которая снисходит с трансцендентного мира, и те совершенные вайшнавы, как Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Такур или Бхакти Винод Такур, или Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, как Шрила Кешав Госвами Махарадж, Шридхар Госвами Махарадж, у них есть связь с тем трансцендентным миром. И поэтому автоматически харикатха снисходит и является на их языке и танцует. Потхо жани вражита,
Вы уже слышали эту шлоку, она очень прекрасна. И автоматически, вот, и вот это, и значение этой шлоки, что Харикатхана может явиться на наших устах по милости Кришны. И мы должны слушать такую трансцендентную Харикатху, поскольку трансцендентная Харикатха, она может спасти нас. Смотрите, вы уже знаете, как, что, когда Парикшит Махарадж, он хотел слушать Харикатху от Шукадева Госвами, та Харикатха, она была трансцендентна, и через эту Харикатху, Бхагават Катху, он получил полное посвящение, понимаете? Через Бхагават Катху полное посвящение он получил. Его посвящение Дива Дикшана было полностью совершено только слушанием Бхагават Катхи. Что такое Бхагават Катха? Это сам Шри Кришна. Все мантры можно найти в Бхагаватам. Бхагаватам она может даровать нам прему. Бхагаватам может даровать нам прему также. Бхагават Махапурана, у него ее особое качество, оно может даровать нам прему. И если вы слушаете трансцендентную Харикатху с уст чистого Вайшнава, то тогда вы можете избавиться от влияния этого материального мира и возвыситься. Это единственный путь совершать санкиртан. И Шри Чайтанья Махапрабху также говорил такие слова. Мы должны совершать санкиртан все время. И почему я говорю об этом? Поскольку сегодня Адхивац, предваряющий день явления силы Прабхупады, Бхактисиддханта Сарасвати. Сегодня, завтра день явления силы Прабхупады, сегодня Адхивац Титхи, предваряющий его день. И вот Адхивац Титхи значит Адхивац на санскрите. Адхи плюс вас, Адхивас. Адхивас значит, что сегодня непрерывно мы можем находиться с силой Прабхупады. Мы можем подготовиться для того, чтобы завтра подготовиться к тому, чтобы предложить Пушпанджали совершенным образом стопам силы Прабхупады. Те, кто чистые вайшнавы, им не нужно готовиться, они всегда готовы, но для обычных людей это нужно совершать. И сегодня у нас день Вьяса Пуджи, силы Прабхупады. У нас есть возможность предложить Пушпанджали лотосным стопам силы Прабхупады. А что значит Пушпанджали? Пушпанджали — это не значит пойти на рынок купить какие-то цветы за наши деньги и предложить их стопам силы Прабхупады. Это не или гирлянду какую-то. Многие думают, что это Пушпанджали. Но Пушпанджали — это слишком простое значение. Более совершенное значение Пушпанджали — это то, что мы должны предложить свое чистое сердце лотосным стопам силы Прабхупады Суман. Суман значит во Вриндаване. Кусум Саровара, может, вы слышали имя Кусум Саровара. Кусум Саровара значит Суман Саровара. Это то же самое. И вот Кусум Саровара значит, Кусум значит цветок. Суман это чистый ум. И вот Радхарани в своей нити лили, она всегда каждый день она ходит в Кусум Саровару каждый день, чтобы собрать цветы. И потом она через Радакунду идет на Сурьякунду, чтобы поклоняться Кришне, не Сурья, а Кришне. И каждый день Радхарани идет туда, и это зовется Суман Сароваром. Суман на санскрите значит «ваш чистый ум». Суман значит ваш чистый ум. Суман. Суман это одно из значений. Это цветок и
наш чистый ум. И вот значение таково, что мы предлагаем завтра Пушпанджали лотосным стопам Шрилы Прабхупады, Шрилы Бхактивинода Тхакура или нашей Гурварги. Но значение в том, что мы должны предложить наш чистый ум, чистое сердце лотосным стопам Гуру Вайшнава. Если мы не сможем предложить наш ум, то мы не сможем стать успешными. И если мы не сможем предложить наш чистый ум лотосным стопам Гуру и Вайшнавам, и если у нас мы очень привлечены к наслаждениям материального мира, то тогда наш ум он нечист. И вот одна вещь, о которой говорит Рупа Госвами, о том, что Кришна, мы обычные люди, как мы можем поклоняться Кришне? Разве это возможно? Это невозможно. Кришна находится на таком, в такой возвышенной реальности, что для обусловленных душ это практически невозможно поклоняться Шри Кришне, но по милости Гуру Вайшнавов мы пытаемся. Почему? Рупа Госвами уже сказала Муктакула Упасиманам. То есть те, кто освободились от влияния материального мира, только они могут поклоняться Шри Кришне. Обусловленные души не могут поклоняться Шри Кришне, они могут пытаться, это для них упражнение, абьяс-йога, тренировка. И вот они практикуют репетиция. Вот, и вот сегодня или завтра, если мы достаточно искренне, то Гуру Вайшнава они будут довольны нами. И вот как говорится в этом киртане, что Кришна — это только собственность Шрилы Прабхупады и Бхактивинода Тхакура, наши гурварги, силы. Мы не можем купить Шри Кришну. Кришна, он продается за прему только. На день явления Адвайта Гасая я говорил в Шантипуре, и вот Адвайта Гасай, он из Гаутамия Тантры, Адвайта Гасай нашел там одну шлоку, что Верховный Господь может продать самого себя, как? И там говорится, что Верховный Господь он может продать самого себя тому, кто всем своим сердцем, с любовью, с преданностью, он предлагает ему листья туласи с манджари. И если мы с любовью предлагаем ему эти листья туласи с манджари и воду Ганги, то Кришна он продаст самого себя нам. И в Чайтанья-чаритамрите говорится, что служить Кришне, для служения Кришне нам нужно только одно. Чтобы совершать Кришна Баджан, нам нужно только любовь, наша чистая любовь. И больше нам ничего не нужно. И если мы всем сердцем любим Шри Кришну, то тогда это наше настоящее поклонение. И в Чайтанья-чаритамрите говорится, что вот эти слова, что если вы хотите поклониться Камадеву, надо Шри Кришна, это наша цель. Надо Шри Кришна, он находится внутри Вриндавана. Мы, Гаудии, хотим ему поклоняться. И И с помощью этой Кама-гайтри мы можем поклоняться Шри Кришне. Это очень сокровенная процедура, и я не хочу о ней говорить сейчас, но сегодня, завтра, день явления Шрилы Прабхупады. Много раз я уже говорил, что Шрила Прабхупад пришел в форме Гауравани. Шрила Прабхупад в Бхагаватам, Шрила Шукадева Госвами, он говорит Шукадеву Парикшит Махараджа,
о царе. Шримад Бхагаватам Махапурана, ничто иное, как Кришна, это сам Шри Кришна. И Шукадев Госвами говорит о царе. Шримад Бхагаватам Кришна Эвахи. Это сам Шри Кришна. Эва значит подтверждение. И в этом случае мы можем сказать, что Бхагавата Махапурана, она пришла в форме звука, в форме шабда аватара, и Шримад Бхагавата Махапурана – это аватара Шри Кришны в звуке. И вот здесь, когда мы воспеваем славу Шрилы Прабхупады, вот в этих строках, и где-то и что же слово говорится здесь? И вот значение этих слов таково, что когда Харикатха Харикиртан она явилась в форме Бхактисиддханты Сарасвати, то мы далеко не все смогли осознать его Вани Сварупу. Мы видели прекрасную личность, но это было не все. Мы видели Шрилу Прабхупаду, великую личность, но не все осознали Вани Сварупу, Шрилу Прабхупаду. Это значит его истинную форму. До тех пор, пока вы не осознаете настоящую Вани Сварупу вашего Садгуру Садвайшнава, как Шрилу Прабхупаду или Шрилу Бхактивинода Тхакура, то тогда ваш Вайшнав Дарша несовершенен, понимаете? До тех пор, пока вы не осознали Вани Сварупу Садгуру или Вайшнава, то ваш Вайшнава Дарша несовершенен. Например, вы видите Шрилу Пури Махараджа как пожилого человека, спящего где-то на кровати, то это далеко не полный даршан. Вы должны осознать его Вани Сварупу. И вот завтра день явления Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Тхакура Прабхупада. И сегодня я хочу сказать об особенности Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупад говорил, что мы гаудии, мы всегда, у нас есть особенность. Шрила Прабхупад, он говорил так, что мы гаудии, у нас есть некая особенность. И что за особенность? Особенность значит особенность относительно севы и относительно сиддханты, понимаете? Особенная сиддханты, особенная сева. Поскольку сева и сиддханта не отличны друг от друга, когда мы находим сиддханту в практической форме, это зовется севой. Когда сиддханта она принимает практическую форму, она зовется севой. А севу, если мы находим в словах, это сева, в философии, это сева становится сиддхантой. И это такой взаимодополняющий фактор. И если вы совершаете какие-то ошибки в сиддханте, значит, вы ничего не знаете о севе. И в читании Читамрити говорится, в читании Читамрити говорится, знать настоящую сиддханту, вы должны снова и снова изучать сиддханту. А как ее изучать? Нужно совершать саву.
если мы не можем совершать гуру-севу, как мы можем знать Сиддханту, как мы можем обрести силу нашего Гурудева и силу Шрилы Прабхупады? Если мы не служим Гурудеву, то как мы можем обрести силу Шрилы Прабхупады и через севу, через служение? В Гите такие же слова говорятся, вот эти слова. Если мы находимся в Мадхе, мы не должны лениться. И в читании Чайтамрити говорится, что не ленитесь, пытайтесь делать, совершать какое-то служение, изучайте Сиддханту от чистых гуру вайшнавов. Это такой путь, поскольку Сиддханта, если мы не будем знать Сиддханту, и наше сердце будет пустым, то как мы можем обрести Кришна-бхакти? Поскольку вот следующие слова в этой шлоке, в читании Чайтамрити говорится, что чем больше вы узнаете Сиддханту через служение, тем больше Сиддханта является в вашем сердце. И таким образом, совершая севу, изучая Сиддханту, больше и больше привязанности, любви к Шри Кришне возникнет в вашем сердце. И такого наставления Шрилы Прабхупады, Шрилы Кешава Госвами Махараджа, все наши гуруварги, и я также говорю о том, что единственная обязанность эффективного ачарья – дать полную защиту Сиддхантаване. И как мы можем защитить наши сампрадаи? Вы видите, что сейчас с ней происходит, понимаете? Поскольку мы не следуем Шрили Прабхупаде. Наши пушпанджали – это не те пушпанджали, которые хотел видеть Шрила Прабхупад, поскольку если мы предлагаем ему пушпанджали, мы должны следовать ему полностью. Это есть лучшие пушпанджали, лучшее подношение Шрили Прабхупаде, Шрилы Кешава Госвами Махараджу или Бхактивинода Такуру. И какой же основной долг эффективного ачарья, единственный долг, я могу сказать, настоящего эффективного ачарья, это давать полную защиту Сиддхантаване. Если он может дать полную защиту Сиддхантаване, то мы можем найти, что наша сампрадая, она существует прекрасным образом. А если мы видим, что наша сампрадая деградирует, никто не говорит о том, что хотел сказать Шрила Прабхупада и Шрила Бхактивинода Такур, тогда мы потеряем наш путь и отклонимся от этого пути, указанного махаджанами. И поэтому день и ночь мы должны изучать совершенную Сиддханту и пытаться думать о лотосных стопах нашей гурварги все время. Это наша обязанность. И Шрила Прабхупад, он хотел так много сделать в жизни Шрилы Прабхупады. Мы не можем найти, что Шрила Прабхупад когда-то отдыхал. Во всей жизни Шрилы Прабхупады нельзя найти даже части секунды, когда Шрила Прабхупад отдыхал. Не было такого. Всю жизнь Шрила Прабхупад что-то сделал для нас. День и ночь Шрила Прабхупад, он делал все для нашего вечного блага. И это зовется настоящая милость. Гуру Вайшнавы, они оставляют за собой право не быть открытым вашим органам чувств. И если гуру и Вайшнавы, они являются такую лилу, и мы не можем понять, например, какой-то гуру или вайшнав, они очень жестко говорит, например, то можно подумать, что это плохо.
иногда вайшнавы, они могут явить такую лилу, что мы не сможем понять его или поймем неправильно. У нас нет силы, способности понять вайшнава, поскольку, чтобы понять чистого вайшнава, мы должны зависеть от милости этого вайшнава, поскольку вайшнавы, они подобны солнцу, они самопроявляющиеся. Если, как, например, если мы хотим увидеть Бога Солнца, но в полночь это невозможно, или Солнце, если мы хотим увидеть ночью, если мы соберем фонарики, прожекторы, то мы никогда не увидим Солнца. А тогда, когда Солнце взойдет на небесах, и тогда по милости Солнца мы сможем видеть это Солнце. И также все вещи, как они есть, солнце осветит их всех. И также гуру вайшнава, они находятся на очень высоком уровне. И материальные люди, они думают, они хотят занять свой ум, и чтобы узнать качество гуру и вайшнава. Какие-то преданные, они находятся на начальном уровне, они не могут узнать вайшнавов, и мы должны зависеть от крипы, от их милости. Многие люди, они выступают против Шрилы Прабхупады. Они говорят, что Шрила Прабхупад никогда не служил своему Гурудеву. Они говорят, какое служение он совершал Гуру Кишору Дас Бабаджи Махараджу. Разве он стирал одежду, либо готовил для него? Эти люди, они просто глупцы. Они не знают, что такое сева. Иногда мы думаем, что если мы сможем служить телу Гурудева, то это настоящее служение. Многие думают, что жить с Гурудевом, стирать его одежду, кормить его, там еще что-то делать, такие простые физические вещи, это сева. Но нет, более тонкое понимание служения, оно в этой шлоке заключено. Сочетание Манабишта, вот это вот, для чего явилась Гурварга. Гурварга явилась в этом мире для того, чтобы исполнить желание сердца Шри Чайтаньи Махапрабху, и вся наша гурварга этим занята. Шрила Прабхупад, Шрила Бхактивинода Тхакур, они все хотят воплотить учение Шри Чайтаньи Махапрабху в практической форме, и это называется Шри Чайтаньи Ванья Сева. Многие люди думают, что если накормить вайшнава, дать ему какие-то пожертвования, то это и есть настоящая сева. Но они не знают, что Гуру Кишора Дас Бабаджи Махарадж, он готов был отдать свою жизнь ради Шри Чайтаньи Махапрабху. И он исполнял желание сердца Шри Чайтаньи Махапрабху, но немного в другой форме. Но то служение, та сева, которую совершал Шрила Прабхупад, она уникальна, она неподражаема. И я думаю, что никакой ачарья не может сравниться с Шрилой Прабхупадой. Почему я так говорю? Разве это какая-то гордыня? Нет, то служение, которое совершил Шрила Прабхупад, невозможно ожидать это ни от кого. Такой сиддханты, такого учения, которое дал нам Шрила Прабхупад, оно уникально. Только если Радхарани явится перед нами, и если Радхарани – это наш мул основной, высший гуру, если Радхарани явится и скажет, как нужно служить Шьямасундару, то же самое говорит Шрила Прабхупад, и Шри Чайтанья Махапрабху, он не отличен от Шримати Радхарани, он находится в Радхабаве,
и он в настроении Радхарани и Тасиданта, которого хотел утвердить Шрила Манмахапрабху через свою лилу, она не отлична от лилы, от проповеди Шрилы Прабхупады. И наивысшая цель Шрилы Прабхупады была в том, чтобы установить Гаудия-матх в сердце всех живых существ. И вот я недавно говорил о том, что некий Сарабинду Рай, он был очень образованный человек, он спросил Шрилу Прабхупаду, у него были какие-то дружеские отношения с Шрилой Прабхупадой, он сказал: «О, Прабхупад, вы основали 50 храмов за такой короткий срок, 50 Гаудия-матхов». И Шрила Прабхупада засмеялся: «Что вы думаете, 50 храмов? Я хотел основать Гаудия-матх в сердце каждого. А что такое 50 Гаудия-матхов? И вот смотрите, что сейчас случилось». И мечта Шрилы Прабхупады, она сбылась. Шрила Прабхупада, он уникальный, он неподражаемый, он тот, кто хотел воплотить все принципы Бхактивинода Тхакура, которые и учение Бхактивинода Тхакура, оно не отлично от учения Шримана Махапрабху. И Шрила Прабхупад хотел все учение Шримана Махапрабху воплотить в практической форме, в обществе преданности. Но обычные люди, они не могли понять Шрилу Прабхупаду, они спрашивают, какое служение совершал Шрила Прабхупад, ничего не делал, не стирал, не готовил, не убирал. Они не знают, какое служение совершал Шрила Прабхупад, поскольку вот в этой шлоке Шри Чайтанья Манобишта о том, что желание сердца Манобишта Шримана Махапрабху, Шрила Прабхупад, он воплотил его в этом материальном мире в практической форме. И это высшее настоящее служение Горки Шаурдас Бабаджи Махараджу. Это Ванисева. Шрила Прабхупад всегда был занят в Ванисеве. И вот сейчас мы можем найти, что Гуру Кешаудас Бабаджи Махарадж, он дал наставление Шри Прабхупаде. О, мой Прабху, у меня есть наставление тебе, просьба. И какая же просьба? Не иди в Кали-Браманду. Никогда не пытайся идти в Кали-Браманду. Это Калькатта, можно сказать. И, о мой Прабху, никогда не иди в Кали-Браманду. Никогда не пытайся, не принимай никаких учеников. Понимаете, понимаете? Никогда не принимай никаких учеников и не ходи в Кали-Браманду. И эти наставления дал Шрила Гуру Кешаудас Бабаджи Махараджа Шрила Прабхупаде. Шрила Прабхупад говорит: я никогда не нарушал заветы моего Гурудева, я следовал ему полностью. Кто сказал, что я не следовал наставлениям моего Гурудева? Я никогда не отправлялся в Кали-Браманду. Я ехал в Гаудия-миссию в Калькутте, она не отлична от Вриндавана, это не Калькутта. Я никогда не общался с негативными людьми, я не совершал асад-санги. Но внешне можно найти, что Шрила Прабхупад, он не следовал своему Гурудеву, а делал все наоборот. Первое, то, что Прабхупад отправился в Калькутту, а Прабхупад говорит: нет, я не поехал в Калькутту, я поехал в Гаудия-миссию, которая не отлична от Вриндавана, от Вайкунтхи, где у нас всегда есть возможность воспевать славу Шри Чайтанья Махапрабху. Это не Калькутта, это не Кали-Браманда, это то самое достойное место,
не отлично от Вайкунтхи, где я могу воспевать славу Гуранге Махапрабху. И я никогда не принимал никаких учеников, как у вас столько учеников. А вы говорите, что у вас нет учеников. А Шрила Прабхупада говорил, нет, они не мои ученики, они мои гуру. Это моя гурварга, они защищают меня. Они дают мне возможность служить Гуранге Махапрабху совершенно все время. Один я не могу этого делать, а моя гурварга, она помогает мне в Кришнасаве. Они не мои ученики, они мои гуру. Я никогда не совершал асатсангу, поскольку асатсанга, смотрите, это очень важно, я никогда не совершал асатсангу. Почему? Вы общаетесь так с многими материальными людьми, всякие профессоры приходят и прочие материалисты. А Шрила Прабхупада говорил, я никогда не совершал асатсангу, поскольку для меня невозможно совершать асатсангу. Почему? Для меня невозможно совершать асатсангу. Почему? Шрила Прабхупада провозгласил, что то общение, на высшее общение, данное мне, моим Гурудевам Парамхамса, Гурудевам Шрила Гуру Кешода с Бабаджи Махараджем, и после этого общения я не чувствую никакого необходимости идти куда-либо еще. То высочайшее общение, дарованное мне, через моего Гуру Падма Парамахамса Гурудева Шрилу Гуру Кешодас Бабаджи Махараджа, он даровал мне свое высочайшее уникальное общение. И после этого, что может быть более прекрасным? Общение, значит, если у нас есть какое-то привлечение, влечение к чему-то. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, если у нас есть привлечение к чему-то, это зовется общением. А если у нас нет никакого влечения, то это не общение. Может, перед Шрилой Прабхупадой тысячи человек находятся, материалистов, но Шрила Прабхупада, он не общается с ними, а наоборот, Шрила Прабхупада, он дает им свое высочайшее общение, чтобы спасти их. Шрила Прабхупада, он дает им собственное общение, чтобы спасти их. Понимаете? Это очень опасно. И эволюция случилась на пути Гаудия Бхаджана, что Шрила Прабхупада, он наивысший пандит. Шрила Прабхупада, он наивысший пандит в мире. Даже я могу сказать, что во всей Брахманде Шрила Прабхупада, он лучший из всех пандитов. Никакие полубоги не могут сравниться с ним. У нас есть, должна быть сильнее вера в Шрилу Прабхупаду. И этот Шрила Прабхупад наш, он принял Гурудева, которого не было. Это внешнее материальное образование. Смотрите, Шрила Прабхупада, он лучший из пандитов во всей Брахманде, но он принял прибежище у такого гуру, у которого внешне не было материального образования, и у людей возможность возникла оскорблять его. Иногда какие-то люди спрашивали, где ваш Гурудев живет? Где же храм, где адрес? А Шрила Прабхупада говорил, мой Гурудев, он находится вечно под лотосными стопами Радхакунды, а под лотосными стопами Радхарани у Радхакунды. А сейчас он является лилу в Коли, и там вы можете его найти. И таким образом Шрила Прабхупада достойный ответ давал всем демоническим людям, которые приходили, чтобы спорить с ним. Какие-то люди спрашивали, сколько у вас Гурудева образования. И вот они многие хотели оскорбить Шрилу Прабхупаду, а Шрила Прабхупада, он отвечал должным образом. Вы не можете найти никакого материального образования у
моего Гурудева Парамхамса Шрешти Шилы Горки Шаудас Бабаджи Махараджа, но будьте уверены, он полностью сведущ на пути Баджана. А Пракрита Шикша, он полностью сведущ на пути Баджана. И он настолько велик, настолько образован, что он может решить любую проблему, возникшую в этом материальном мире. Он может дать ей безупречное решение. И вот у моего Гурудева нет материального образования, но он полностью сведущ в трансцендентном. Он полон бхакти. И я уверен на 100%, что он может решить любую проблему в этом материальном мире совершенным образом. Он может дать совершенное решение, и такой его статус, его положение. Никогда не пытайтесь использовать свой ум, чувства, органы чувств на пути баджана. Трансцендентные вещи нельзя постичь какими-то материальными вещами. То, что трансцендентно, мы никогда не можем понять материальными органами чувств, чтобы знать о той абсолютной истине. Это приведет к нашему падению только. И так я могу говорить о уникальности Шилы Прабхупады и его сиддханте. Времени мало, завтра я продолжу. И относительно Шилы Прабхупады мы можем знать, что те, кто сахаджи, те, кто смарта, брахманы, они все всегда выступают против Шилы Прабхупады всю свою жизнь. Все спорили, сражались с Шилой Прабхупадой, и решимость Шилы Прабхупады в том, что весь мир, если он обернется против меня, то я не отклонюсь ни на секунду от моей сиддханты. Я буду говорить об абсолютной истине. И несмотря на то, что весь мир будет против меня, я не изменю ее. Понимаете, какова его решимость? И Шрила Прабхупад говорит, что это о абсолюте. Нужно сначала возвыситься на этот абсолютный уровень. Если вы хотите говорить что-то об абсолютной истине, то вы сами должны возвыситься до того уровня. Иначе вы не сможете говорить совершенным образом об этой абсолютной истине, воспевать славу Абсолюта. Мы сами должны стать достойными и достичь того уровня, иначе мы не можем достойным образом прославить его. И за очень короткое время Шрила Прабхупад основал 64 матха во всем мире. А почему 64? Это 64 баджан анг, составляющих баджана. И можно найти 64 баджан анги, и как их символ 64 Гауди Матха был основан им. И Шрила Прабхупад хотел провозгласить, какие же обязанности, какой же долг Гауди Матха, какая же главная обязанность Гауди Матха. Гауди Матх, он не как другие духовные организации, он говорит об абсолютной истине. И все другие духовные организации, у них есть какие-то материальные цели. Так или иначе, если мы будем судить, смотреть, что с ними, мы можем увидеть какие-то материальные цели у них и еще что-то. Но Гауди Матх, он отличен от всех их.
И Шрила Прабхупад говорит, какая же основная обязанность Гауди Матха. И вот главная обязанность Гауди Матха. И вот чтобы прекратить неправильное течение, неправильное положение дел в этом материальном мире, чтобы направить его в нужную сторону, это есть единственная неприятная обязанность Гауди Матхи. Многие возмущаются, почему Гауди Матхи так и так говорят, а вот другие духовные организации так не говорят. Но Гауди Матхи — это не то место, где совершается служение обществу. Например, во время наводнения, например, можно видеть, что какие-то другие миссии заняты раздачей еды, воды, риса, там еще прочего. А Гауди Матха этим не занимается, и многие люди не возмущаются, чем же Гауди Матха занят, ни еды не раздает, ни воды, ни одежды, как, что толку. А то, что хочет сделать Гауди Матха, мы должны знать. Например, какие-то другие организации лекарства там раздают или еще что-то, какие-то другие материальные вещи бесплатно, причем иногда. Иногда еду или воду раздают, или еще что-то. Но мы забываем, что сегодня вы заболели холерой, например, завтра холера ваша прошла, а можете тифом заболеть или еще чем-то, кто гарантирует это. И это не решение, не вечное решение. Вот другие религиозные организации заняты, например, кормлением людей и но если вы кого-то сегодня накормите, утром, скажем, вечером он опять проголодается. И это не решение проблемы голода. И любые проблемы, которые возникают в этом мире, мы должны найти им вечное решение. Все временно. Например, некоторые организации занимаются, дают бесплатное образование людям, и люди как бы образуются, но ни к чему хорошему в итоге это не приводит. Но в этом мире я, сидя на Вьясасане, говорю, что никто не хочет принять учение Шрилы Прабхупады всем сердцем, но если принимает очень мало людей. Учение Шрилы Прабхупады настолько высоко, что практически никто не принимает его. Шрила Прабхупад, он принял решение совершать харинам в уединенном месте. Вы же знаете об этом. Я говорил несколько лет назад в Пури на день явления Шрилы Прабхупады, что когда Шрила Прабхупад начал говорить об абсолютной истине, о Чайтанья Чайтамрите, перед какими-то людьми, там много сахаджи было у Самадхи Шрилы Харидас Такура, эти люди обозлились, они хотели убить Шрилу Прабхупаду, избить его. И тогда Бхактион Такур, он принял решение, что Шриле Прабхупаде нужно уехать с этого места. Эти люди, они очень опасны, лучше, если ты уедешь, я даю тебе харинам. И вот Шрила Прабхупад получил харинам от
Шрилы Бхактивинода Тхакура, и вот он уехал, когда с Пури он начал повторять миллиард святых имен Шатакути Нам Ягью. Шрила Прабхупад несколько раз совершал такой Шатакути Нам Ягью в Майпуре, в Чатакпарвате, еще где-то. И Шрила Прабхупад непрерывно повторял святые имена. Как Харидас такого, непрерывно он повторял святые имена, и он все время повторял Харинам, и во время Четырмаси он брал такой обед, что он ест без тарелки с пола, и после этого, после того, как он повторил этот миллиард святых имен, Панчататва явилась ему, и они дали ему указ, что он должен проповедовать, как проповедовать. У меня ни денег нет, ни людей, ничего нету. А Панчататва сказала: мы пошлем тебе все, иди и проповедуй. И таким образом уникальная проповедь была совершена Шрилы Прабхупадой. И вот в 1935 году, на день явления Шрилы Прабхупады, все ученики, они воспевали славу Шрилы Прабхупады. И после этого, когда Харикатха закончилась, очередь Шрилы Прабхупады настала, он начал говорить. И Шрила Прабхупад сказал: так, вы все слушали так долго славу обо мне, и вы все моя гуруварга. Перед вами, передо мной, вы моя гуруварга находитесь, и вы говорите о моей славе. Но это прославление не может задеть моего сердца, поскольку я не готов принять такое почтение от вас. Но моя гуруварга дает мне возможность совершать Кришна-баджан, Гуранга-баджан совершенным образом. И с сегодняшнего дня я хочу совершать больше служения моей гуруварге. Садгуру, он никогда не думает, что я садгуру. Настоящий садгуру, он никогда не думает, что он садгуру. И садгуру никогда не воспринимает своих учеников как учеников. Любой садгуру, он говорит, что это не мои ученики, это мои гуру. Это один из признаков настоящего садгуру. И Шрила Прабхупад, он настоящий садгуру. Во всем мире, если тысячи людей примут прибежище лотосных стоп Шрилы Прабхупады, то Шрила Прабхупад скажет: нет. И вот однажды был случай в Миднапуре, спорили по поводу, кто лучше, браман или вайшнав. И вот после этого спора и вот в Писаниях говорится, что вайшнавы, они превыше браманов, и спор возник в месте, которое называется Балигай в Миднапуре, и там они спорили, и Шрила Прабхупада в то время, он был там, но перед этим Свананда Сукада Кунджи Бхактивинода Тхакура благословил его и сказал, что ты должен ехать, чтобы утвердить Сиддханту совершенным образом. И в то время Шрила Бхактивинода Тхакура являл лилу болезни и сам не мог ехать. Но он благословил Бимала Прасада, чтобы он поехал туда и утвердил вайшнава Сиддханту там.
И Шрила Прабхупад, приняв благословение Шрилы Бхактивинода Тхакура, он поехал в Балигай, и там несколько дней он говорил о славе вайшнавов. Он... И в итоге его слушали, и те брахманы, они были полностью побеждены, они не могли ничего возразить, и они все начали кричать «Джай Шрила Прабхупад». И таким образом Шрила Прабхупад хотел утвердить такую сиддханту, что вайшнав он лучше, чем брахман, выше, чем брахман, поскольку брахманизм уже включен в вайшнавизм. И таким образом Шрила Прабхупад хотел доказать это. И сегодня, завтра я буду также говорить, если у меня будет достаточно времени, о том, о главных, об основных важных наставлениях Шрилы Бхактивинода Тхакура, которые он дал Шриле Прабхупаде, что он должен утвердить, начать основать Дава Варнашрама. О мой Прабху, ты должен начать Дама Парикраму, начать Дава Варнашраму. Это и через эту Навадвип Дампарикраму, это самый простой путь, как обычным людям получить милость, как можно помочь обычным людям получить сукрити, милость. И вы должны начать Дампарикраму и утвердить Дава Варнашраму. Шрила Бхактивинода Тхакура много раз говорил об этом, что Бимала Прасад явился в этом материальном мире по милости Гуранги Махапрабху, по его желанию, чтобы утвердить Дайва Варнашраму и многие другие вещи. Он посланник Гуранги Махапрабху. Бхактивинода Тхакура много раз говорил об этом. И завтра я продолжу говорить о его славе, почему Шрила Бхактивинода Тхакура, он говорит. Сарасвати Кришна Прия, Кришна Бхакти Тахария, Винодера Сейша Вайбхава. I can discuss some point tomorrow. И вот завтра я продолжу. So anyway, tomorrow I can discuss why just 15 years ago. И вот две недели назад закончилась Сарасвати Пуджа. Для нас это значит Апракрита Сарасвати Пуджа. Harikatha is Harikatha. I am not speaking Harikatha for money or for Pratishtha. Harikatha means Harikatha. To purify myself, I am trying to be sure. So actually, why 15 years before? И вот две недели назад я говорил о Сарасвати Пуджа. И сейчас опять это панчами перешло. И это панчами более важно. Почему? Но в Кришна-лиле, если мы поищем, то если у нас возможность слышать Шрилу Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа или Догова Расика Бхакту, но многие материальные люди не могут понять. И вот сравнение такое приводится, что темная луна, она более важна для Кришна-лилы. И также для нас этот день более благоприятен, и это панчами очень важно. Я знаю, что Апракрита Сарасвати Вишнуприя явилась в тот день, но сегодня тоже
явление Сарасвати. Гуру Шактина явилась в форме Бхакти-сиддханты Сарасвати. Он тоже Сарасвати. Это Сарасвати явилась в форме Бхакти-сиддханты Сарасвати. И у нас есть особая возможность слушать о его уникальной сиддханте. И во всей духовной жизни вайшнавов у них никогда не было возможности слушать такую уникальную сиддханту, которую принес Шрила Прабхупад. И вот завтра у нас будет возможность, шанс поклоняться Бхакти-сиддханте Сарасвати. Он Сарасвати Бхакти-сиддханте, вся уникальная сиддханта, она может явиться через него, но не все могут понять настроение Шрилы Прабхупады, то, что он хотел донести до нас. И вот Бхактивинода Тхакур говорит, Бхактивинода Тхакур, он очень счастлив, что мы, Гауди, у нас есть богатство. Какого богатства? Вани Вайбав. Какие-то деньги, какая-то власть, это не настоящее, это не наше богатство, это не наша собственность, это нечто опасное. Если, например, у нас много денег, то это очень опасно. И Шрила Прабхупада, он говорил, что нам не нужно достаточно денег. Если нам нужны деньги, то Кришна пошлет нас. Нам и опять будут нужды, Кришна опять пошлет. Если мы будем накапливать деньги, то одни проблемы возникнут, поскольку многие не могут найти должное применение деньгам. И нужно обращаться к каким-то посредникам и прочим. И вот мы, Гауди, у нас есть наше богатство. И что за богатство? Это Вани Вайбав. У нас есть Вани Вайбав. У нас есть такое богатство, уникальное сиддханта, уникальное бхакти. И это настоящая собственность наша. И Бхактивинода Тхакур, он выражает свою радость, что Бхактивинода Тхакур, он никогда не думал, что Бимала Прасад Сарасвати – это его сын. В жизни Шрилы Бхактивинода Тхакура он никогда не говорил так, что Бимала Прасад – мой сын. Он никогда так не говорил. Шрила Прабхупад за всю свою жизнь он никогда не говорил, что Бхактивинода Тхакура – мой отец. Ни одного слова нельзя на такого похожего найти. Однажды Шрила Бхактивинода Тхакура за всю свою жизнь не называл Шрилу Прабхупаду своим сыном, а Шрила Прабхупад, соответственно, Бхактивинода Тхакура своим отцом. Бхактивинода Тхакуре Шрила Прабхупад говорил, как в Бхактивинода Тхакуре я могу ясно видеть Радхарани. Много раз он говорил так, Шрила Прабхупад. Когда он смотрел на Бхактивинода Тхакура, он мог видеть Радхарани, и это его даршан. И мы должны очистить наш даршан. Что значит баджан? Баджан значит очистить наше сердце, ум и видение даршан. Если наш даршан не совершенен, как мы можем видеть вещи такие, какие они есть? Я никогда не чувствовал необходимым ездить в храм Радганатха, в Тирупати или еще куда-то. В Рамешвар или еще туда-сюда. Я чувствую, мне тут хорошо. В Майпуре или во Вриндаване мне достаточно.
я никогда не чувствовал необходимости ехать на Кумбхамелу, чтобы принять омовение. Мне не нужна та амрита, которая там раздается. Но сила, то, я хочу обрести, получить то, что хочет дать мне сила Прабхупады и сила Бхактивинода Тхакура. Тот нектар, который нужен нам, который может дать нам сила Прабхупады и сила Бхактивинода Тхакура, мы можем обрести вечное благо, которое останется с нами. Мой Гурудев говорил, и мой Гуруварга говорит так: Гаудия Матх не может существовать только благодаря деньгам. Гаудия Матх может автоматически существовать, если мы будем говорить о Сиддханте и делать соответственно, не просто говорить, а еще делать то, о чем мы говорим. И вот это практикующий ачарья должен быть. Завтра я более подробно буду говорить о том, как обрести милость. Если мы будем следовать полностью Шриле Прабхупаде, то мы обретем его милость и такой путь, как мы можем получить полную милость Шрилы Бхактивинода Тхакура. Они смотрят на нас, то, что мы делаем и прочее, искренне мы или нет. Если они видят, что я готов принять всю Сиддханту, весь вечер Шрилы Бхактивинода Тхакура и Шрилы Прабхупады полностью, то автоматически мы получим милость. Мой Гурудев смеялся, что смотрите, они приходят ко мне, кланяются мне, просят милость. Гуру Махарадж говорит, что вам не нужно просить милость. Милость автоматически приходит к нам. Гуру Махарадж говорил, что наша Гурварга, у них их трансцендентные глаза, они видят, кому нужна милость, она автоматически приходит. Как в экономике, если есть спрос, то предложение рождается. Вот на, особенно это в западных этих странах видно, где свободный рынок. Но в Индии, такого не наблюдается, но в таком в идеальном свободном рынке, если есть спрос, то и предложение рождается. Так и есть. Если у нас есть потребность в милости, милость она сама придет к нам. Понимаете? И вот если у нас будет такая жажда милости, если мы будем молиться Гуру Варгян о милости, то она, несомненно, придет к нам. Но молимся ли мы достаточно? Я не слышу, чтобы вы так горячо молились о милости. Гуру Кешавадас Бабаджи Махарадж говорил, и кто-то пришел к нему: «О, Бабаджи Махарадж, как мы можем получить милость Чайтанья Махапрабху? Можете ли вы получить?» И Бабаджи Махарадж говорил, что вы должны плакать день и ночь. Вы плачете о вашей жене, о дочери, о детях, о друзьях, о врагах. Но вы не плачете о Гуру Вайшнавах, вы никогда не
молитесь Гуранге и Нитянанде, это ваша главная болезнь. И в тот день, когда вы обнаружите себя, что вы плачете, молитесь о милости, то тогда милость, она придет к вам. Слезы, вы должны проливать слезы милости. Что значит слезы? Слезы — это випраламбха. Если вы чувствуете, что что-то потеряно, то, что вы любите, то тогда и тогда вы можете чувствовать разлуку, и тогда будете плакать по-настоящему. Много раз я говорил уже, что такая разлука, випраламбха, она наивысший инструмент в нашей жизни, чтобы обрести непривязанность, отрешенность. Сегодня, завтра день явления Шрилы Прабхупады, но в Вирахатитхе, если вы можете чувствовать вираху, разлуку с гуру и вайшнавами, это поможет вам обрести совершенную непривязанность. Шрила Прабхупад, он был полон юкта-вайраги. Во всей жизни Шрила Прабхупад, он хотел научить нас, что такое юкта-вайраги, гармоничная отрешенность. Мы даже не можем подумать об этом, это непостижимо. Юкта-вайраги, она непостижима, мы не можем подсчитать, что это и как. В тот день я говорил, если мне нужно, например, если мне придется ехать на запад, например, то я могу одеться в западную одежду, и это есть юкта-вайраги для полного удовлетворения Верховного Господа, то, что хотел сказать Шрила Прабхупад. Шрила Прабхупад хотел сказать, я могу опуститься на любой уровень для настоящей проповеди Чайтанья Вани. Шрила Прабхупад говорил, что могу опуститься на любой уровень. Может быть, люди могут критиковать меня, но я могу опуститься на любой уровень ради проповеди Чайтанья Вани. Какая же техника Шрилы Прабхупады? И такой духовный герой Шрила Прабхупад, он очень умен, он великолепен. Шрила Прабхупад, он когда он был уникален, настолько прекрасен, настолько могуществен. И если вы хотите получить милость Шрилы Бхактивинода Тхакура и Шрилы Прабхупады, мы должны следовать им полностью, нет другого пути. Только если вы запомните философию, этого недостаточно для достижения успеха. Мы должны вести свою жизнь соответствующим образом. И вот на сегодня конец.